Передвижной медицинский пункт службы исполнения наказаний прибыл в село Лекарственное Тогучинского района. Специалисты привезли современное оборудование для различных видов обследований. Жители села смогли посетить стоматолога, некоторым провели ультразвуковое исследование. Акция прошла в рамках сотрудничества ГУФСИН России по Новосибирской области и Министерства здравоохранения. Она позволяет жителям отдаленных сел получить медицинскую помощь без выезда в районный либо областной центр. Наши специалисты на оборудование, любезно предоставленное ГУФСИНом, принимают пациентов, которые пришли на место стоянки КАМАЗа. Наши люди любят, когда не они, а врачи к ним приезжают. И мы надеемся на дальнейшее сотрудничество.